колонном зале Дома Союзов состоялось торжественное заседание, посвященное Дню космонавтики и 20-летию со дня первого полета человека в космос. В президиуме партийные и государственные деятели, летчики-космонавты СССР. Выступивший с докладом, президент Академии наук СССР академик Александров подчеркнул, что 20 лет, прошедшие после триумфального полета Юрия Гагарина, были наполнены напряженным и плодотворным трудом советских исследователей космоса. Он подробно остановился на вопросах международного сотрудничества в космосе и подчеркнул, что развитие советской космонавтики поставлено на службу советскому народу, всему человечеству, во имя счастья и блага людей на Земле. Летчик-космонавт СССР, герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации Герман Титов сказал, что имя Юрия Гагарина стало символом космической эры. От имени всех летчиков-космонавтов СССР он заверил, что готовые к новым стартам, выполняя решение 26-го съезда партии, они сделают все для активного использования космонавтики в интересах народного хозяйства, для укрепления мощи и славы нашей великой Родины.